Сегодня у нас выходной опять. На этот раз мы... Кстати, горох растет. На этот раз мы едем в Сюниёки. Автостопом будем брать. Пойдем гулять, посмотрим, что там, как у нас. Вышли мы на дорогу, там уже 4 человека стоит, стопит. Чуть-чуть пройдем, отойдем. Будем сейчас стопить. Не знаю, как со стопом получится. Ковид всякое такое. В общем, приехали мы к S-маркету. Маришка. Смотрите, кого мы застопили. Нашу хозяйку Мэрию. С Агнес. Вообще, нам повезло. Да, почему-то там 4 человека стояло перед нами, и, в общем, это... Мы не могли 4 взять. Да. А мы вдвоем стояли дальше, и нас они подобрали. Мы еще ждем Олю с Артемом, будем тут стоять. Вот, приехали. Вот. Стоят? Да. Мы зашли в магазин S-Market, и тут продается наша... Наша клубничка, собранная нашими руками трудными. Вот это моя одежда. Побитая. Сорин. Это Сори, это фамилия Мэри. Марчатила. Это сенсейшн сорт? О, сенсейшн. Ну да, это такой помидорейшн. Прикольно. В общем, дождались мы наших друзей. Час уже прошел. Зашли в магазин, что-то купили. Пойдем сейчас до Карпушника. Мы в Карпушнике. А ты этот имела в виду, Карпушник? Ну, еще есть. А, хорошо. Вот. Мебель всякая. Даже телевизор продают. Вот. Вот. Ну, там еще вещи. Вот велик продается новенький за 400 евро. Но нам надо за 40, а не за 400. Где-то продается. Рюкзак такой вообще древний. На раме. Да. Лучше, да. Место, блин, как музей. Все тут, что хочешь. Я не знаю, нужна ли мне такая. Мне нравится. Мне чуть-чуть, может, не великовато. Ну, вообще, была бы еще цвета синего, я бы точно. Главное вообще, постой, мне уже жарко. Ну, то есть она тонкая, но... Ну что, посмотрели Сюниёки? Вот мы тоже уже посмотрели. Карпушник, ты посмотрела не Сюниёки. Короче, все, у нас времени мало. У нас это война войной, а это ужин по расписанию. Поэтому, чтобы успеть на ужин, нам нужно уже выдвигаться. Нет, мы могли бы еще часок погулять, но опасно, можно постоять час там еще и не уехать никуда. Так что в следующий раз. Посмотрим. В следующей неделе будет этот Мэнсики, этот фестиваль, там озеро посмотрим. Что, вышли мы из города, можно сказать. Так, это домики такие все вообще одинаковые. Особо не парятся. Ну, сейчас будем пробираться к трассе. Как ты оцениваешь наши шансы на успех? Ну, я думаю, в течение получаса мы уедем. Это хорошо. Это значит, что мы успеем на ужин. Давай, я снимаю, ты стоп. Да, конечно, ты снимаешь, они еще снимают. Не, я спрятал камеру. Говорят, что тут много красных машин. Короче, застопили фуру. Что, Маришка, счастлива? Да. На 10 километров. Наш водитель. Офигенно.